я ору. Да я психовать сейчас начну, ты понимаешь? Или нифига? Угу. Ходишь, орешь, как сумасшедший. Пошел с тобой, начал здесь орать. Да, потому что ты мне сказала это. А чего орать-то? Потому что это какая-то хрень. А чего орать-то? Я знаю, что это хрень, я не люблю к нему. Нет, вот именно, если ты сказал, значит да. Я тебе сказал, что это отзеркалил ситуацию. Нет, это не отзеркалил ситуацию. Он, смей, пожалуйста. Мне такие шутки не нужны, я пошла, решила эту проблему. Мне это не устраивает, твой тон. Что ты нервничаешь опять? Ничего. А зачем ты ударила Фунчозу? Ну, вот так получилось. Давай поговорим.